что мы делали? Делали приложение, которое может показывать свои координации и координаты своего друга, который тебе говорит определенный код, который выдает сервер. В общем, написан простенький сервер, который работает с приложением по TCP. Вот сейчас Андрей вводит адрес сервера. Вот сюда будет вводиться ключ, который выдал сервер. Далее просто при смене координат наше приложение отправляет другу новые координаты. Ну и вот сейчас мы продемонстрируем все. Возникли у нас трудности с работой с картой, то что проблемно, ну, движение не работает стандартно, ну, по умолчанию там можно что-то писать. То есть увеличение, приближение, перемещение карты. Сейчас мы фейковыми данными поменяем координаты. То есть вы подменяли сейчас координаты? Да. Так, у вас там, я вот не вижу, карта рисуется или это белый экран? Не-не-не, там она рисуется. Там вот... А на устройстве можно показать? Да, да. Вот давайте прямо сюда тогда на камеру. О, да, карта есть. Так, то есть можно... А сейчас два устройства можно друг друга наебать? Нет, там группа вообще хоть сколько человек. То есть все работают по одному ключу. И потом, когда у кого-то какие-то координаты меняются, это отправляется на сервер, сервер отправляет всем другим, у кого есть этот ключ. А сервер у вас сейчас где будет? Сейчас сервер вот на этом ноутбуке просто крутится. Uh-huh. А вот приложение на Sailfish, ну, не успели за времени. То есть... Просто консольное ПТ-шное. Да, да. Uh-huh. Консольное ПТ-шное приложение. То есть его, по сути, на Sailfish не так долго перебросили, но тоже время. Uh-huh. А как часто обновляются координаты? По каким критериям? Там как, по-моему, GPS-приемник выдаст то, что координаты поменялись. То есть вы слышите сигнал? Да, там есть метод onChange. Uh-huh. Сигнал, точнее. Просто по TCP мы туда кидаем данные. JSON, просто текст. Вот. Хотели использовать веб-сокеты, но на данный момент нету как бы, ну, в QT, в той версии, которая есть у фиши веб-сокета. То есть они в 5.3 появились, по-моему? Да, у нас в 5.2. Есть. Есть, да? Ну вот что-то как-то у нас не удалось. Ну, вот, конечно, да, просто по тому, как было проще и быстрее выделывалось все. Платформа новая, поэтому много вопросов. Вот. А тогда, конечно, просто в таком виде кидать данные свои, ну, как-то это странно будет. Вот. Так, есть еще вопросы? Ну, спасибо.